Лампы штурм ИВА 30 и ИВА 50 предназначены для подсветки рабочей зоны при использовании различных инструментов. Типовое болтовое крепление для монтажа на станки, столы, верстаки, полки, на любую поверхность, где есть или могут быть сделаны сквозные отверстия. Вы уже купили точило, сверлильный станок или другой инструмент. Для качественной заточки или точного сверления нужно хорошее освещение. Решение – наши лампы. У вас ограниченный бюджет, и вы можете купить только простейший сверлильный станок или точило без подсветки. Позже вы сможете усовершенствовать инструмент, докупив наши лампы. Или сразу покупаете инструмент и нашу лампу. Светодиодная лампа идет в комплекте. Лампу 50 см можно использовать и как основную лампу рабочего стола, если рабочий стол слева или справа от инструмента. Длина позволяет. С нашей лампой точность выше. Светодиодный модуль создает яркий и стабильный световой поток 300 люмен для подсветки рабочей зоны и мелких деталей. Мощность лампы 5 Вт. Соответствует 50 ваттам обычной лампы. Гибкая металлическая стойка позволяет изменять направление подсветки в любую сторону из любого положения. Светоотражающий плафон с возможностью вращения на 360 градусов. Электрический кабель 1,5 метра для автономного подключения. Встроенный мини-выключатель для удобства включения-выключения. Потребляет электроэнергии в 10 раз меньше обычной лампы накаливать. Не нагревается до высоких температур при работе. Работает в 96 раз продолжительней ламп накаливания. Длина штанги ИВА 30 – 300 мм и ИВА 50 – 500 мм. Также в серии Кулибин. Ручка для болгарки с карандашом. Молоток с кернером. Ножовка по дереву с карандашом. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт shturmtools.ru. Штурм. Нас рекомендуют друзьям.